Футболисты «Рубина» стали обладателями Кубка России. Сегодня в финальном матче, который состоялся в Екатеринбурге, команда Курбана Бердыева с минимальным счетом переиграла московское «Динамо». Единственный кубок, который нам не доставало в трофее российского чемпионата, это был кубок. И слава Аллаху, мы сегодня выиграли. Кубок «Рубин» выиграл, как и два чемпионата. Сработали те же два гения Бердыева. Тактика и физическая форма. Сначала о физическом состоянии. Вначале «Динамо» еще играло на равных. Хотя самый опасный удар москвичи нанесли по своим воротам. Рыков попал в перекладину. Но с каждой минутой преимущество казанцев в скорости росло. «Рубин» имел возможность предпоследнюю игру дать ребятам отдохнуть. У нас не было возможности. Вот поэтому, конечно, на вязком поле утомление быстрее приходит. Силкин не упомянул, что двое лидеров «Динамо» все-таки тоже отдыхали в предыдущем туре. Точнее, опальный Семшов и капитан Воронин играли за резервистов. Ради такого матча в состав их вернули, а Воронин даже прическу поменял. Но и они не смогли противостоять казанцам, а именно в центральной зоне те и выиграли матч. Дальние удары – это как раз пункт второй – тактика Бердыева. В первый раз «Динамо» спас Шунин, во второй – перекладина, а в третий – удар в исполнении Романа Еременко принес «Рубину» кубок. А ведущим в студии нашего телеканала принес несколько тревожных минут. Ну а, Саня, обратите внимание, болельщики бегут мимо нас на поле. Работники органов внутренних дел позируют перед телекамерами. Ну что ж, это такой штришок в плане организации. Надеемся, что сейчас мы за себя, если что, постоим. Фанатам «Динамо» побегать, а фанатам «Рубина» порадоваться. Теперь у «Казани» есть полная коллекция российских титулов. Пора переходить на европейские. Там тактика и физика тоже решают многое. «Барселона» помнит. Илья Геец, «Вести Спорт».